Встречали первоклашек воздушными шарами и поздравлениями. Старшие товарищи по школе своим примером показали, как интересно учиться и взрослеть. Спортсмены, юноармейцы, певцы, победители олимпиад и конкурсов – все, кем лицей гордится. Ты в одноклассница? Нет. А в каком ты классе? Я в 7 Г. 7 А. 8 А. Летом ты скучала по самому? Очень. Я даже с первого месяца лета хотела уже в школу. А что самое любимое в школе? Какой предмет? Наверное, математика. Общество знания. Наверное, русский. 180 первоклассников в первый день осени сядут за парты 10-го лицея в Батайске. В этом году на старте 5 классов. Хоть и новички, но к встрече с будущими соседями по школьным стенам подготовились. Все вместе первоклашки спели песню, а самые смелые прочли стихи. Здравствуй, школа, первый раз твой порог переступаем. Быть примерными во всем мы сегодня обещаем. А выпускники. 10-й лицей в этом учебном году выпускает один класс. Умных, красивых, почти взрослых. Да, с первого класса. Да, с первого класса вместе. И как у вас отношения? Сплоченные, да. Постоянно помогаем друг другу. Почти лето каждый день проводили вместе. Да, часто виделись. Да. Да. Красивые у вас девочки в классе? Очень. Да, симпатичные. Звонкий, яркий, цветочный ручеек течет по дорожке прямо в школу. Так назвала маленьких школьников директор учебного заведения. Свое самое 1 сентября Оксана Алексеевна вспоминает с улыбкой. Я смотрю сейчас на фотографии и вижу, что, во-первых, у нас в классе тоже было очень много детей, 42 человека. И мы были все такие дружные. Я росла в сельской местности. Вы знаете, это были прекрасные цветы астры, которые росли в огороде каждой семьи. И все эти дети, это море цветов. Наверное, точно так же празднично, как и сейчас. И, наверное, такое же волнение было и у моих родителей, и у меня. Не так давно, в 2019 году, школа открылась после капитального ремонта. Обновленные классы, оборудование, часть получена благодаря грантам, часть после реновации. Цветовое оформление, наглядная обучающая часть, декор – все создает атмосферу для комфортного получения знаний. За последние 5 лет в Батайске капитально отремонтированы 3 школы, в том числе вот лицей номер 10, где сегодня мы поздравляли первоклашек и всех учащихся с 1 сентября. Сегодня идет капитальный ремонт еще 2 школ. Строится новая школа на 600 мест. В первые часы обучения маленькие новички школьного мира уже освоились в классах и пришли попробовать первый школьный завтрак. Мария Караченцева, Роман Стольный, Дон 24, Батайск.